Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чаранадаям Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манухар Ваншакалпатарувасхипасиндхабевача Патитанам Павне Бхавайшнавебхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирам Яткипатам Ханганде Парамананандамадам Бриндави Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сватта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нароттама Девин Сварасватин Вясам Тато Жайо Мудирай Шанкитане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барвина Дайям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатапали Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятбад Паллавана Хачандамани Чатая Виспуриджита Кимапикабавадушвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Шарадхикамай Кадакипам Каруши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужо канука будато Шанкитанай кавитару камала ятакшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде джагатприя кару каруна бхатару Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дибха Рупам Бхуктинча муктинча дадасиниттам Бхавану рупена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшми Риджаса Чабакшаши Ясасти Хидай Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама.
Рама Рама Хари. Джасо Шакшат Бхагавати Гьяно Дипа Прадхи Гуру Марто Садхи Шутам Тасса Сарвам Кунджара Саучабад. Джасо Шакшат Бхагавати Гьяно Дипа Прадхи Гуру Марто Садхи Шутам Тасса Сарвам Кунджара Саучабад. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Свами Тхакур Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути Садгуру, оно скинет нас с пути Баджана. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути нашего Садгуру Падпадмы в итоге сбросит нас с пути Баджана. И также я хочу сказать то, что дать такое наставление, что малейшее отклонение от пути Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады, оно сбросит нас с Баджана, с пути Баджана. Вы не сможете говорить о себе как о Сарасват Гаудия преданном. Вы не сможете говорить о себе как Гауди Сарасват Бхакти, если вы отклонитесь от пути Садгуру Падпадмы, я имею в виду Шрилы Прабхупады, тогда вы пойдете с этого пути Баджана полностью. Различные сомнения могут возникнуть в вашем сердце о Садгуру, о вайшнавах, и мы не можем понять настроение чистых гуру и вайшнавов. В этом наша главная проблема. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те демоны, они в одеждах саньяси, брамачари и ачари, Шрила Прабхупад говорит об этом. Они всегда пытаются какую-то тьму принести на пути Баджана. Может, вы думаете, что я критикую кого-то, но у меня нет времени критиковать. И я не люблю критику. Гаудия Гоштипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что люди с демоническим характером, кто-то из них в одежде саньяси, может быть, брамачари или вообще в одежде преданных, они пытаются принести какую-то тьму на путь Баджана. И обязанность Вишва Вайшнава Раджа Сабхи в том, чтобы показать вам свет. Единственная обязанность Вишва Вайшнава Раджа Сабхи – это показать вам всем свет, чтобы вы обнаружили, что такое Баджана, что такое нет, как двигаться, куда двигаться, что делать, как делать. Вы можете вспомнить те, кто эти привидения, ведьмы, они пытаются во тьме находиться всегда. Если вы хотите свет какой-то пролить на них, они гниваются, в этом суть. Они пытаются показать то, что почему Шрила Прабхупад критикует в жизни Шрилы Прабхупады. Мы слышали от Гуру Варги, Кешава Госвами Махараджа, Сиддхартха Госвами Махараджа, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, я слышал от них, что люди, они выступают против Шрилы Прабхупады, они не понимают его, хотят как-то... Кто-то вот говорит, что Шрила Прабхупад, он хороший критик. Кто-то думает, что Шрила Прабхупад, он прекрасный философ, но он критикует всегда всех. Шрила Прабхупад не хочет говорить никакой сладкой философии нам.
и различные люди, различные комментарии говорят в адрес Шрилы Прабхупады, но до сегодняшнего дня очень мало людей могли понять настроение Шрилы Прабхупады. И даже те, кто имели возможность находиться с Шрилой Прабхупадой, они тоже отклонились полностью от его пути, оставили Шрилу Прабхупаду и его учение. И такое... И вот, если я хочу указать, что такое Сиддханта, что такое нет, я не говорю имя никакого ачарьи, но все же какие-то глупые люди говорят, что я критикую, а у меня нет времени, нет вкуса к критике. И мне некогда мне этим заниматься, критиковать кого-то лично. Зачем вы пришли ко мне? Почему бы вам не пойти к тем людям, от которых вы считаете, что вы получите больше сознания, поэтому не приходите ко мне? Я говорю только перед какими-то избранными людьми, которые по-настоящему заинтересованы. Зачем вы приходите ко мне и теряете свое время, если вы не верите? Идите к тем... к тем, на которых думаете, что вы от них больше получите сознание. Если вы слушаете мою харикатху и имеете связь с какими-то негативными людьми через какие-то средства связи, то если вы будете слушать даже бесконечность, то я гарантии не могу никакой дать вам. Я знаю, что если вы имеете общение с такими негативными людьми, которые говорят всякий негатив, поскольку моя речь, моя харикатха, она останется надолго после моей смерти. Только те, кто получили милость Садгуру, они могут понять мое умонастроение, мою сиддханту. Я говорю все о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, и те, кто не невинные, они не совершали вайшнава апарадха, они могут что-то понять, но те, кто совершают оскорбления, они не поймут меня правильно, и лучше, если они оставят меня, я советую им сделать так. И вот суть в том, что те демонические люди, они всегда пытаются как-то осквернить путь Харибаджана, Бхагавадбаджана. Они чувствуют себя как-то удобно, никто не может понять их настроение. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. И вот Кришна Бхагаван говорит Удаве. Джошо Шакшат Бхагавати Гьяна Дипе Праде Гуру Марто Саддхи Сутам Тасо Сарвам Куньяра Саучават. Гу и Вайшнавы, те, кто дарует нам свет, я имею в виду Татва-гьяну. Гуру и Вайшнавы, те, кто дарует нам Татва-гьяну, чтобы избавить нас от невежества. Если вы не поймете их правильно, может, как-то случайно, без всякой необходимости, то тогда весь ваш баджан, который вы совершали до того момента, оно все будет потеряно. Много раз я говорил раньше, как слон, например, он принимает омовение, и приняв омовение, он купается опять в пыли, берет пыль и посыпает себя этой пылью. И это такое слоновье омовение, и мы также омываемся, получается. То есть, совершая баджан, потом какое-то оскорбление совершаем и теряем результат этого баджана. И так, если вы оскорбите гуру Вайшнава, даже если вы поймете, что такое путь Шрилы Прабхупады и что не является им, и если вы
Даже после этого совершаете оскорбление, то тогда ваше сознание оно начинает деградировать, вас тянет к деньгам, к положению в обществе, к славе, но Гуру Вайшнава они совершенно не заинтересованы в этих материальных вещах, они знают автоматически, по желанию Кришны все может прийти. И будьте осторожны. Любые действия, хорошие или плохие, все, что вы делаете, вы должны страдать. От этого получать результаты этих действий, не страдая. Набхуктам значит, если вы совершили какое-то действие, то вы получите их последствия, но из-за кармы Вайкунтхи никогда не достигнете. И вот сотни калп вы должны так скитаться по всем этим планетным системам. В Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что такие души рождаются, когда царем, когда подчиненными, и вот так они скитаются. По милости чистых Гуру Вайшнавов мы можем обрести, только по милости чистых Гуру Вайшнавов мы можем обрести возможность обрести эту Бхакти Лата Биджу, семя Бхакти. И мы также должны зависеть от должного источника, от живого источника, до тех пор, пока вы не найдете сияющую личность перед вами, вы не сможете получить вдохновение. Это главная проблема с обусловленными душами. До тех пор, пока они не найдут сияющую личность перед собой, они не смогут получить вдохновение совершать Харибаджан. И в этом главная проблема. Но обусловленная душа, она скитается по 14 мирам постоянно. Все время они думают, что они очень разумны. Они знают татвагьяну, но я могу доказать, что нет татвагьяна в них. Запомнить какую-то татву и почувствовать какую-то татву – это совершенно разные вещи. В Мундака Упанишад мы находим: и вот в Мундака Упанишад говорятся такие слова. Я думаю, что я великий пандит, я все, но мы находимся во сне, как во тьме, и как мы можем вести других. И вот они думают, что они дхиры, что они пандиты, великие пандиты. И такие люди гордятся этим, что они осознали все. И они скитаются по всем, в то же самое время, скитаются по всем 14 мирам. И их ум беспокоен, нет никакой стабильности. Они иногда думают, что вот это хорошее, завтра они думают наоборот. И так они развивают привязанность к чему-то, и у меня нет, я не отвечаю за таких людей, и они могут делать все, что хотят, поскольку, но я, прикоснувшись к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, могу сказать, что я никогда не хотел быть гуру. Я никогда не хотел быть гуру. Я никогда не хотел быть гуру. Это моя решимость. Если кто-то нарушит его, я буду очень счастлив, поскольку перед тем, как оставить свое тело, я
по крайней мере, хочу зажечь несколько факелов. Я могу передать этот факел знания другим, которые могут впоследствии освещать путь для других, но я сам никогда не хотел быть гуру, я хотел находиться в безопасном положении. А те, кто хотят стать гуру по своему собственному желанию или по желанию кого-то, кто дал им такой совет, чтобы они стали гуру, что это очень почетно, я клонюсь им всем, поскольку они мои шикша гуру, они показывают тяжелые последствия этого и показывают, что нельзя делать. Они косвенно дают мне такой урок, и поэтому они мои шикша гуру, я хочу поклониться им и не буду спорить с ними вообще. Те, кто хотят стать гуру, по своему собственному желанию или по чему-то наставлению, и те, кто действует как гуру, и их плачевное положение может показать, что не нужно никому становиться гуру. Посмотрите на плачевное положение текущих гуру. Через выборы нельзя выбрать гуру. Через голосование это невозможно. Гуру, он самопроявленный. Мы не можем выбрать гуру через выборы. Это невозможно. И если вообще какие-то выборы могут быть, или может гуру может быть назначен предыдущим ачари, может быть такое случится, я не спорю, поскольку у меня нет никакого интереса. Если был бы у меня интерес, то у меня была бы зависть, но я не хочу этого совершенно. И вот это одно из видов наказания. Это они не могут признать на публике, но внутри сердца они думают, что это положение гуру, но подобно большому наказанию, кто-то вот хотел стать гуру и стал лагу в положении гуру, и поэтому он получает такое наказание, это самое тяжелое наказание в их жизни. Я не говорю о всех. Я не получал никаких взяток от Шрилы Вамана Госвами Махараджа. Я не получал никаких взяток от других ачарий, чтобы я говорил что-то хорошее о них. Почему я не говорю ничего плохого? Почему я не гневаюсь, когда они говорят что-то или делают что-то? Или пишут что-то. Если я хвалю кого-то, то значит ли это, что они дали мне взятку? Когда Шрила Вамана Госвами Махарадж, он хотел написать какой-то маленький комментарий к Чайтанья Чаритамрите, очень срочно нужно было это сделать. И вот я, когда читал это, я совершенно не гневался, когда я увидел, что это комментарии в полном самопредании, в полной анугате с молитвой. Он написал, он был вынужден написать, и я был очень счастлив, читая этот комментарий. Это было очень важно. Но когда кто-то пишет какие-то комментарии на Шри Чайтанья Чаритамриту, я очень гневаюсь. Почему? У меня нет враждебности ни в чей адрес. Почему Шри Чайтанья Махапрабху не разгневался, когда Сарвабхаума Бхаттачарья изменил какие-то слова из Бхагаватам? И вот эта шлока.
Сарвабхаума Бхаттачарья, он хотел изменить одно слово. Что я не могу использовать это слово мукти. Мукта. Я не могу использовать это слово. И вот он сказал, «Дживета Бхакти Паде Садая Бхак». И мой вопрос с вам, вы очень разумны, я знаю. И вот я спрашиваю вас, почему Махапрабху не разгневался вот с этим, из-за того, что он изменил шлоку. Я вот обсуждаю все о Вишвайшнава Раджа Сабхе, я математически впоследствии докажу важность этой темы. Почему Махапрабху не разгневался? Поскольку Махапрабху осознал сердце Сарвабхаума Бхаттачарьи. Раньше Махапрабху не был готов принять никакой сиддханты от Сарвабхаума Бхаттачарьи. Бхаттачарьи, может, весь мир говорит, что Сарвабхаума Бхаттачарьи великий пандит, но Махапрабху не был готов признать это. Я много примеров могу привести. Поскольку Махапрабху осознал, что сейчас настроение Сарвабхаумы Бхаттачарьи полностью изменилось, его сердце растаяло в бхакти, растопилось. Махапрабху сказал, почему ты изменил эту шлоку Дживета Бхакти Паде Садая Бхак, поскольку там Мукти Садая Бхак написано, о Прабху, я не могу произнести это слово Мукти. Я не могу произнести это слово «мукти», и в чем проблема, если вот изменить это слово с «мукти» на «бхакти»? То есть онтологически он смысл очень похож. «Мукти джар паде ити мукти пад». Мукти находится у лотосных стоп Кришны. Если это объяснить, то тоже хорошо. И вот этот Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что с сегодняшнего дня я не хочу использовать это слово мукти. Вся моя жизнь, она прошла со всеми моими учениками день и ночь. Все время как шакал. Я говорил об этом мукти, но сейчас я не говорю. Не могу делать так, пожалуйста, простите меня. Шрила Прабхупад был очень доволен. Почему Шрила Прабхупад не гневался, когда Радаканта Брамачари, Радама Раман Брамачари, Шанта Махарадж, он написал такие слова. Вот он написал вместо Кришны Нитьядас, Гуру Нитьядас. А Шрила Прабхупад почему не разгневался на него? Из-за того, что он изменил изначальные слова, да потому что он видел чувства его сердца. И когда на Шриле Прабхупаде начали жаловаться, то Шрила Прабхупад очень доволен был. И сказал, что этот, несмотря на то, что он мал, но сиддханта, она совершенно джива сварупахой гуру нитьядас. А мы в океане Майявады, поэтому не можем поверить в чистому гуру и вайшнавам. И поэтому я сказал вам, что мы все в той или иной степени осквернены Майявадой. Почему Махарадж говорит так, то это и так. Шрила Прабхупад не гневался, поскольку действительно это онтологически правильно, поскольку без гуру у нас нет никакого отождествления. Что мы можем сделать без гуру? Если мы достаточно удачливы, мы помимо этого сиддханта, который говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, а какие-то глупые люди, если не могут понять эту сиддханту, мою сиддханту, то что может быть?
более позитивного, чем это. Я не хочу эту мистерию открывать каким-то глупым людям, которые питаются только испражнениями, пускай они занимаются этим. Махапрабху за всю свою жизнь никогда не учил нас никакому, чтобы мы шли на компромиссы с кем-то. Это в Урупи случае с Шипадом Мадхвачарьи или или в Варанаси перед Пракашанандой Махапрабху никогда не шел ни на какие компромиссы. Когда Пракашананда спросил, вы совершаете санкиртан, это пойдет, но почему не приходите слушать веданту? Махапрабху захотел обмануть их, поскольку они обманщики. И в Махабхарате такие слова приводятся, что если что обманщиков, если обманывают, то ничего плохого в этом нету. Вот если кто-то обманщик, то ну, таких обманщиков, то они тоже иногда обманываются. Но если у нас нет склонности к обману, мы смиренно, искренне и хотим знать абсолютную истину, и тогда, и только тогда я могу помочь вам, а иначе у меня нет времени. И вот смотрите. Когда Махапрабху спросили, что ты совершаешь киртан, это хорошо, но почему не приходите слушать веданту, не приходите слушать с нами, а Махапрабху такими словами ответил. Махапрабху обманул их, он сказал, что я не могу прийти и слушать веданту, поскольку я глуп. Мой гуру Махарадж сказал, что я глупец, и поэтому иди и совершай санкиртан. А для веданты у меня нет права ачикара слушать. И поэтому совершай санкиртан. И поэтому я вот начал совершать киртан. Я танцую и пою не из-за моего желания. Однажды я спросил Гуру Махараджа, Махапрабху говорит, I was bound to put this question in front of my Gurudev. Why this kind of situation creates in my life? Почему такое случается в моей жизни? Я не могу остановиться. Я начинаю танцевать и петь. И Гуру Махарадж сказал, что это результат повторения Харинама. Это настоящий результат воспевания Харинама. И поэтому зачем ты беспокоишься? Это хорошо, ты должен быть счастлив. Если вы повторяете Кришна нам и получили семя Садгуру, от Садгуру семя этой Кришна, этого Харинама, если вы получили Харинама Дикшу от Садгуру, я всегда говорю об этом, иначе если вы не получите эту биджу, то откуда вы возьмете силу? Если я вам дам мантру, которая неэффективна моей собственной жизни, то много раз я говорил, в шастра говорится, что зачем вы садите дерево в пустыне, это растение не выживет. И вот если посадить семечко в какую-то бесплодную почву, то оно обречено на погибель. И также, если вы даете свою дочь замуж за какого-то не мужчину и не женщину, то что толку?
внуков, детей у этой дочери не будет. И почему вы получаете дикшу от обусловленной души, тогда тоже вы ничего не получите. Садхгуру никогда не хочет давать мантру. Недостойным людям. Много, но иногда Садхгуру дает манту, а все люди очень горды и даже игнорируют самого Шрилу Прабхупаду, пишут что-то против Шрилы Прабхупады, против Гауди Матха, а после этого они попадают. They fall down, they take diksha from another guru. Получают дикшу от какого-то нового гуру. Мне вот даже свидетельство есть, что какие-то вот ученики Шрилы Прабхупады получили дикшу от какого-то другого гуру после принятия Шрилы Прабхупады. И советуют другим братьям в Боге, что вот пишут, что дикшу получили от другого какого-то гуру, и вот советуют тоже принять гуру, дикшу от какого-то непонятного гуру. Но в итоге, в конце жизни, перед смертью, когда они уже на пороге смерти, то перед смертью они совершают парикраму Радхакунды. Я не про всех говорю, один такой был. У меня свидетельство есть. Но ночью, 12 ночи, он вокруг Радхакунды совершал парикраму и молился Шриле Прабхупаде. Он говорил: о Прабхупад, я совершил ошибку, пожалуйста, спасите меня. А почему? А перед учениками, и вот перед смертью он собрал всех учеников и сказал: смотрите на меня, что со мной случилось. Я оставил Шрилу Прабхупаду, и это, что сейчас случилось со мной, а другой перед смертью, перед тем, как оставить тело, а вот на другого его дети обливали его водой, чтобы он охладился, поскольку он что-то с ним случилось с головой. Начал писать всякую ересь о Шриле Прабхупаде и Гауди Матхе, и потом сошел с ума очень вскоре после этого. Я не хочу никого критиковать, я просто говорю то, что происходит. У меня нет времени критиковать кого-то и так думать оскорбительно. Если вы так думаете, то я лучше хочу уйти во Вриндаван и не иметь никакой ответственности за вас. И вот такая ситуация, что те, кто совершают оскорбления лотосным стопам Шрилы Прабхупады и Гауди Матха, то посмотрите на их жизни, что с ними случается. Если что-то негативное происходит, я говорю, чтобы остановить это, то Шрила Прабхупад, вот он часто говорил, что остановить какие-то остановить неправильное положение дел в этом мире, это есть внешняя неприятная обязанность Гауди Матхи. И вот некоторые хотят совершать как сатсангу, так и асатсангу. Однажды я позвонил одному человеку и сказал, чтобы одной Матаджи написал письмо маленькое из одной строчки. И вот Махарадж подумал, ну что это Матаджи, может в мае быть. И вот Махарадж попросил передать ей, что она, чтобы она была поосторожней с моей.
И вот не знаю почему, но такое вдохновение ко мне пришло. И я написал такое письмо через кого-то. И вот и то, что с вами происходит, я чувствую это в моем сердце, я могу ответить вам. И пытайтесь иметь веру автоматически. И автоматически это произойдет. И вот смотрите, как вы можете обнаружить вашу слабость, если вы хотите собрать лабху пуджу и пратиштху, популярность, какое-то богатство, то если вы хотите обнаружить вашу слабость, то будьте осторожны. Если вы хотите избавиться от, обнаружить и избавиться от каких-то недостатков в вашем сердце, то вы должны сердцем прийти к чистому саду. А если вы не сможете прийти, то не сможете понять, обнаружить ваших недостатков. Как, например, если пока мы не встретимся с Гималаями, то мы не осознаем свою незначительность, свою такую малость по отношению к такому великому, как Гималаи. А если у вас нет такой способности, то что делать? Если вы хотите обнаружить вашу слабость, и если у вас нет никакого лицемерия, то вы должны прийти к чистым гуру Вайшнавам, и автоматически вы обнаружите, сколько скверны в нашем сердце. И некоторые хотят спрятаться от самих себя. Будьте осторожны. Одна опасная змея, она всегда пытается убежать, чтобы никто не видел ее. Поскольку эта змея очень опасна, всегда хочет навредить, укусить кого-то. Но любая змея, у которой нет яда, я вот видел эти змеи так спокойно ползают, никуда не спешат, они уверены, что их никто не убьет, поскольку они сами никого не кусают. И поэтому те, у кого есть какие-то недостатки, они не хотят признавать это и приходить ко мне. Я не ачарья, но я не знаю. Я хочу следовать Шри Прабхупаде, только это я хочу сказать. И такие люди, они не могут прийти ко мне. Если харикатха происходит, такие люди хотят как-то остановить. А почему? Поскольку есть какая-то слабость, и поэтому они не могут слушать. И для вас для таких людей это невозможно слушать харикатху, поскольку они хотят заботиться о своих слабостях, о своих недостатках и всю жизнь их хранить с собой, жизнь за жизнью. Они хотят их так хранить буквально или увеличить количество своих слабостей и недостатков, чтобы погрузиться в океан тьмы. Я уже сказал из Мундаки Упанишат, почему люди, они скитаются по этим всем 14 мирам все время. Они думают, что они очень разумные и понимают все, но они ничего не понимают. От имени Вишвашнава Раджа Сабхи говорится, что те, кто могут на 100% пообещать и сказать с полной решимостью, что я не сахаджи, я
буду следовать Рупе Госвами Паду шаг за шагом, и только-только они могут прийти и присоединиться к Вишавачнава Раджа Сабхе. Те, кто заявляют на 100% то, что они хотят следовать Рупе Госвами Паду полностью, или постепенно они хотят следовать полностью, но не прыгать через его предписание. И вот почему они скитаются по всем этим мирам рождения за рождением. Они думают, что они очень разумные. Кто-то может ачарьей быть, кто-то пандитом каким-то. И вот они скитаются по всем этим мирам. У них нет веры в чистый гуру вайшнавов, и поэтому они будут этим слепцами будут ведомы. И вот они сами слепы и следуют каким-то слепым лидерам, и в итоге попадают в океан в тьмы. Никогда не вы почувствуете силу вайшнава внутри вашего сердца до тех пор, пока пока у вас не пропадет вкус, и вы не станете стремиться к каким-то материальным наслаждениям. Это автоматически произойдет. Если вы чувствуете влечение к Харикатхе, то автоматически вы увидите, что склонность к материальным наслаждениям, она уходит из вашего сердца. Прахлад Махарадж говорит в 7 части: Бимунчати яда камана манаво манасе ститано тархи ева пундарикакшо бхагаваттая калпате. Бимунчати яда камана манаво манасе ститано. All different kind of demands, желания, склонность к наслаждению. Откуда она? Из-за того, что мы не следуем гуру вайшнавам должным образом. Иначе у нас была бы возможность избавиться от майи, но мы оставляем ее себе. Что я могу сделать? Если я оставлю все свои желания, если я удачен в том, чтобы оставить все желания, то мое сердце очистится, только тогда мы обретем силу гуру, силу Нитьянанды и их могущество. Это мгновенно произойдет. На санскрите вот говорит «тогда, когда». О Господь, когда человек избавится от всех желаний в своем сердце, он ощутит огромнейшую силу, огромнейшее могущество внутри своего сердца. Это произойдет мгновенно, что говорить о майе. Майя – это ничто, что майя может сделать. И тогда могущество Бхагавана войдет в него. Но с очень... Я не говорю о Майаваде. Те, кто преданы, если они могут развить глубокие отношения с Гуру Вайшнавами, поскольку Гуру Вайшнава не всегда пытаются построить с нами глубокие отношения. Гурдев может быть за тысячи миль вдали от нас, но сердце мы его можем чувствовать. И настроение Гурдева, то, что он хочет, то, что он думает, мы осознаем это. И вот
И тогда, тогда мы можем почувствовать огромную силу, и все полубоги также обнаружат, что они не могут остановить такого человека от совершения баджан. Они видят, что у него огромная бхакти к Гурудеву, и тогда все полубоги, они будут помогать ему. Раньше, если они пытались как-то противостоять, но потом, когда они обнаружили, что не могут остановить его, того, кто на 100% искренне, и ни капли лицемерия у него есть, и тот, кто решим совершать баджан, то они хотят помочь ему, но не до этого. И также Бали Махарадж, когда Бали Махарадж был пойман, то Брама и все остальные, они сказали: «О Господь, ты хочешь наказать его, хотя он отдал тебе все, ты не должен наказывать его. Почему вы так наказываете его?» Господь засмеялся и сказал: «О, Браман, ты не знаешь, а вот вы не знаете, кого я люблю всем сердцем. Тех, кого я люблю, я хочу забрать у них всю собственность, все наслаждения, все, что у них есть. Я хочу очистить их сердце, их настроение, чтобы они никогда в будущем не выражали никакого ложного эго, поскольку обычно мы видим, что Джанма Шварья Шрута Шри, вот этими вещами люди очень гордятся. Кто-то гордится своим богатством, но может... Но если человек живет в какой-то Франции, Италии или Америке и гордится, что он очень богат, то, но с другой стороны, можно показать, что он очень беден. И вот Господь продолжает: тех, кого я хочу принять и благословить, или очистить, и вот таким людям я хочу очистить сердце. Поскольку если есть ложное эго, то тогда, несомненно, он сможет оскорбить чистых гуру вайшнавов, выразить какое-то недоверие им в их адрес. Он не сможет избежать этого, поскольку вот мада значит ложное эго. И поэтому Кунти Деви вынуждена была сказать: «Джанмайшварья Шрута Шри, если вы хотите обрести лотосные стопы Гуранги Махапрабху, вначале я хочу увидеть, насколько решимы вы. Если вы на 100% уверены, что нет никаких желаний внутри вашего сердца, то я хочу to get eternal service, then why not you try today? Вот если вы хотите достичь вечного мира и обрести вечное служение Гуранги Махапрабху, то, что вы делаете сейчас, какая ваша программа? И вот каждую часть секунды вы должны использовать для служения Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Если вы привыкнете, то сейчас привыкнете заниматься служением, то и после оставления тела обретете это. Если вы не практикуете, не хотите, то не делаете это в процессе своей садханы, то как вы достигнете совершенства? Вот в этой шлоке из Бхагавад-гиты говорится, что то, о чем мы думаем в момент смерти, того и достигаем. И вот мы должны чувствовать все это. И если вы гневаетесь на меня, это не решение. Я уже сказал, что моя речь может показать бесконечную любовь к вам, бесконечную заботу.
это может, и вот это может доказать мою безграничную заботу о вас. И вот от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи я вынужден говорить обо всех этих вещах. Люди, они попадают во тьму, в ложную философию без осознания. Если вы хотите написать что-то, сказать о чем-то, вы будете наказаны. Я знаю, кто-то хочет стать лектором, но без чувства, если вы будете говорить какие-то лекции, то вы будете наказаны, будьте осторожны. Пытайтесь совершать баджан, пытайтесь осознать практически, достичь практического осознания, не ложного. Однажды Шрила Гуркишвара Дас Бабаджи Махарадж говорит, сказал Бимала Прасаду, мой Прабу, не преподавай читание Чайтамриту вот такому, тому человеку, не пытайся это делать. Он вот он постоянно кладет тарелку перед собой, когда читают вот читание Чайтамриту. Может, он будет к тебе подходить, но скажет, что у тебя нет времени на него. Это Гуркишвара Дас Бабаджи Махарадж говорил. И вот что такие люди, они заинтересованы только в деньгах. И вот некоторые люди, они ездят по всему миру, но проповедь ли это или просто сбор денег? А если проповедь, то нужно привести доказательства того, что обусловленные души, они получили благо и изменили свои сердца. Бхактивинода Такур говорит, я не говорю ничего нового, вы слепые, а я хочу показать вам это. Вот это Шрила Бхактивинода Такур еще описывал. И вот настоящая проповедь, Шрила Прабхупад говорит, вы должны проповедовать себе сначала. Вы должны проповедовать сначала самим себе. Если эта проповедь совершенно будет, то тогда можете дальше проповедовать. А если вы себе не можете успешно проповедовать, как вы можете другим проповедовать? И вот проповедь, она должна сначала проводиться самому себе. И если вы успешны в этом, то тогда по желанию Нитянанды Гурваги вы можете начать проповедь. И вот все действия обусловленных душ очень опасны. Все действия обусловленных душ очень опасны. Они никогда не хотят следовать Гуру Вайшнавам и подчиняться им. Они могут слушать Харикатху, но в своей жизни, в практической форме применить этого не могут. И вот Махапрабху, я уже сказал, Махапрабху, он царь Кришна Чандра, он царь Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, и правая его рука Рупа Госвами, и варенья поклоняемый, варенья значит поклоняемый, мы можем принять его. Принять его идеализм в нашей жизни – это санатан. И санатан не дано особое положение, что он может сохранить все правила и предписания. И я уже сказал, что шат-сандарбхи – это наилучшее оружие, с помощью которого мы можем сокрушить демонических людей. Это шат-сандарбхи, это лучшее оружие, с помощью и там можно всю анушасану найти, все правила предписания сиддханта,
основанная Рупой Санатаны и Шат Сандарбхах. Можно все это найти по милости Джива Госвами Пада, кто составил это все, кто вынужден был составить все это для нас всех, чтобы у нас не было никаких сомнений в нашей жизни. И вот Вишвавайшнава Раджа Сабха — это не шутки. Те, кто могут И вот если кто-то торжественно может заявить, что они следуют Рупе Госвами Паду, но не следуют Шили Прабхупаде, то как я могу заявить, что они Рупануги? Кто-то спорить может, но что толку? Это автоматически происходит. И вот Вишна Вайшнава Раджа Сабха, она вечно присутствует в вечном мире, и Гаудия Матха, он также вечно присутствует в вечном мире. Силой мы не можем войти в Гаудия Матху. Силой никто не может войти в Гаудия Матху. Только проблемы какие-то могут создать. Я уже говорил чуть раньше, что три условия. Ну, о том, что мы не можем посадить семя в какой-то песок бесплодный или выдать дочь за полумужчину, полуженщину, непонятно кого, и давать мантру каким-то бестолковым людям, которые... Но если людям, которые заинтересованы только в материальных вещах, то это не время для них получать дикшу. По крайней мере, если вы думаете, что все эти материальные вещи в материальном мире нестабильны, ничто не может дать нам подлинного наслаждения, подлинной радости. И такие люди часто не какие-то эти торговцы. This is their mood. How we can expect? They have received diksha from any Gurudev, or at all haven't taken. This Gurudev is also businessman, I think. Otherwise, he is going to. Махарадж говорит, что можно видеть. For this excellent reason, foolish number one. Ну, какие-то люди только торговлей занимаются, даже на пути баджана. You are making calculation. This much money you can. Have and this much you can get in future. Foolish number one. You are Gaudiya devotee. Но если мы Гауди или называемся Гаудием, то вести себя должны соответствующе. From whom you teach, learn to do business. So Вишвавайшнава Раджа Сабха. И вот Вишвавайшнава Раджа Сабха. Она вечно присутствует и те, кто принимают прибежище у Вишвавайшнава Раджа Сабхи, то на 100% они не потеряются, поскольку это ответственность Рупы Санатаны Госвами Пада, чтобы защищать таких душ, те, кто принимают прибежище у Вишвавайшнава Раджа Сабхи любой ценой. И вот в 1990 году, 4 февраля, по желанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, точнее, в 1919 году, через 4 года после ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, а тот, соответственно, 1914 ушел, ну где-то через 4 года, в 19 году, и Шрила Прабхупад, по желанию Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад хотел основать возродить Вишвавайшнава Раджа Сабху. Who are you? Vishwavaishnava Rasava. Not a matter of joke.
Вишнава. Вайшнава Раджа Сабха — это не шутки. И вот когда она была возрождена, то в различных газетах опубликовано было. И вот Шрила Прабхупада хотел возродить эту Вишва Вайшнава Раджа Сабху. И вот в Бхактивинода Асане это располагалось на улице Ультаданга, первый дом, и там Вишва Вайшнава Раджа Сабха была возрождена. И как, когда? Это Маги Панчами Маги Шукла на день явления Вишну Прия Деви. Вишну Прия Деви — это символ Шуда Сарасвати. И сейчас вы понимаете глубинное значение, почему Шрила Прабхупад, он возродил ее в этот же Вишва Вайшнава Раджа Сабху в этот же день в Маги Шукла Панчами на день явления Вишну Прия Деви, поскольку тем временем Шрила Прабхупад провозгласил, что Шрила Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он провозгласил, что Вишну Прия Деви — это день явления Вишну Прия Деви. И ты должен соответственно, ну, в этот день все делать. И вот он получил совет от него и сделал по его совету. И вот это Вишва Вайшнава Раджа Сабха было возрождено в этот благодатный день. Я уже сказал, что все спутники Шримана Махапрабху, Рупа Санатана, Гопал Бата Госвами и Рагунат Бата, Рагунат Дас, Джива Госвами Пад и все остальные. Они подобны сияющим звездам на небе Гаудия Вайшнавизма. И когда Шри Чайтанья Махапрабху ушел, когда прошло 11 лет после его ухода, тьма она снизошла, и они смогли осознать, что мы должны принять какие-то такие предосторожности, чтобы тьма не пришла. Я знаю, те демоны, они хотят остановить Харикатху, остановить такое обсуждение, чтобы принести тьму. Они, демоны, хотят жить всегда во тьме. So, until and unless I am going to get certificate from Swarup Gosai, и до тех пор, пока мы не получим сертификат от Swarup Gosai, как, например, перед тем, как запускать какой-то продукт на рынок, нужно проверить все. И также перед тем, как идти на проповедь, Swarup Gosai должен проверить нас. Сварупа Госвами ушел, но Шрила Прабхупад за него, он может проверить нас. Шрила Прабхупад лучший из экзаменаторов, лучший из проверяющих. Если Шрила Прабхупад одобрит нас, то тогда, несомненно, мы сможем проповедовать, как Шрила Прабхупад дал указание Бхактивек Бхарати Махараджу, чтобы тот шел и говорил Харикатху, чтобы проповедовал. И с этим указанием Шрила Прабхупад также дает силу. А если мы думаем, что я проповедовал, сделал такую великую проповедь, то это не проповедь совершенно. Если я не говорю ничего о Шриле Бхактивинода Такуре и Шриле Бхактивинода Такуре, а говорю только о себе, то это не проповедь. Вы должны говорить о Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати. В другой день один преданный с Джаландара во Вридаване живет. Не знаю, что он делает. Но он спросил у меня разрешение сделать указание кому-то. Они сделали. Immediately yesterday I told them,
какие-то картинки с изображением Махараджа и цитатами с его Харикатхи. Но я сказал, что это неправильно, нужно вместо моей фотографии должно быть изображение Шрилы Прабхупады, и мы должны проповедовать послание Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. И вот хорошо. Мы должны говорить, поскольку я говорю о том, что Шрила Прабхупада говорит, если вы мою фотографию получите на этом, на этой цитате используете, то это нехорошо, поскольку я говорю о том, что говорил Шрила Прабхупада, и поэтому его изображение должно быть. И вот мы должны быть осторожны, изучать то, что хотел сказать и сделать Шрила Прабхупада. Если мы не говорим о Шриле Прабхупаде, то нельзя сказать, что мы Сарасват Гауди Сампрадай. И вот в Саджана Тошани и везде было опубликована эта программа Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. И после того, как шесть госвами ушли, Локанат госвами, Наротам Такур и Вишвана Чакравати Пад, Баладевиде Бушин, они все, они великие звезды, буквально великие звезды, они освещают все общество, показывают, как нам вести себя, а без света как можем вести нашу жизнь. Мы можем, даже если соберем миллионы долларов, то что толку от этого? Эти деньги, они одни проблемы нам принесут, и это будет причиной нашего падения. Это автоматически, как правило, происходит, что такие люди, они игнорируют гуру вайшнавов. Богатые люди говорят, что мы можем пранами вам дать 2000 или 5, и вайшнавы сами придут к нам. Но это очень глупые люди. Вот на Бенгале. А на Бенгале такое это пословица, если рис раскидать вокруг, то вороны сами прилетят. И также такие люди, если они относятся так же, как к вайшнавам, то ничего хорошего не будет. Они просто будут рождаться в низких рождениях. Ну, вот такие люди думают, что если просто раздать пожертвования, то вайшнавы сами налетят. Но вайшнавы не столь дешево. Если кто-то дает какие-то пранами, то я хочу знать, по какой причине, какое служение он ожидает. Или даст какое-то указание, что, что я должен делать на это, на эти пожертвования. Ну, да. Но если вы даете пожертвования, то тот, кому даете, сам решает, что с ними делать. Я не могу следовать вашим указаниям, если вы даете пранами. И вот смотрите. Джива Госвами Пад, если ушел Локанат Госвами, ушел все различные вайшнавы, они действуют как эти звезды, которые указывают, светят и показывают путь всему обществу. Почему Вишва Вайшнава Раджа Сабха была основана? Поскольку во времена Гуранги Махапрабху, Гуранга Махапрабху, он Верховный Господь, И вот благодаря влиянию Шри Чайтаньи Махапрабху это возможно было. И в то время Махапрабху тоже протестовал против каких-то вещей. В Урупи Махапрабху сказал очень мягко, что вы видите, что я майявади, и поэтому не говорите ничего совершенного о садан-садья-татве.
Махапрабху, он очень разумен, и он сказал, что вы обнаружили, что я майявади, и поэтому ничего не говорите о садья садантатве, иначе почему вы говорите таким образом? Какова же цель садья садантатвы? И тогда они очень стыдным стало, и вот там этот был Пракашананда Сарасвати, он тоже перед Махапрабху. И вот этот Пракашананда вместе с тысячами учеников майявади, Пракашананда, он вынужден был признать перед Господом: «О Господь, что вы говорите, это совершенно, но что делать? Согласно нашей сампрадае, ачарья, то, что написал, мы следуем этому, но то, что вы говорите, это все хорошо». И очень по этим, очень мягко Махапрабху исправлял все. В Шри Рангам смотрите, когда Венката Бата, Тируман какой-то Бата, они говорили, что поклонение Лакшми Нарайане наивысшее. Махапрабху улыбнулся и сказал: а почему Лакшми Деви тогда совершает аскезы для обретения общения с Кришной? Если Лакшми Нарайан – наивысшая цель баджана, то почему это Лакшми Такурани, почему она в Белван ходит так далеко, столько неудобств во Вриндаване, чтобы совершать баджан и обрести общение с Кришной? Зачем вы шутите, что это то же самое? Зачем вы говорите, что Нарайан Кришна не отличны друг от друга? Но я даю такой же аргумент, какой вы приводите. И Махапрабху, смотрите, очень мягко он изменил их настроение. Они они уверены в своей сиддханте, и никто их настроение не может даже на миллиметр изменить. Они очень так горды, но все же Махапрабху из-за своего смирения и совершенной сиддханты он смог это сделать. Будьте осторожны. Я изучил это от моей Гурваги, от Шилы Прабхупады, от Шилы Кешава Госвами Махараджа, от Шридхар Госвами Махараджа, от Гуру Махараджа. Если кто-то спрашивает меня, что более важно, ачарон или проповедь, то есть идеальный характер или поведение, что я могу сказать? Я могу сказать, что ачарон более важен. Если кто-то спросит, что важнее, ачарон или по идеальное поведение или проповедь, я вынужден сказать, что ачарон, он очень важен, поскольку без ачарона проповедь не имеет никакого смысла. Много людей приходили в Гуру Махараджу: «О Махарадж, я хочу саньясу получить, проповедовать». А Гуру Махарадж говорил: «Что за проповедь? Совершайте баджан. В начале всего совершайте баджан». О, люди, вы не понимаете великого значения идеального характера саду, его идеального поведения. Вы не можете во сне даже представить это. Какова сила ачарона, сила идеального характера, идеального поведения. Понимаете? Перед саду с идеальным характером, перед такими саду никакие слабаки не могут прийти. Ачарон идеальный характер, он очень могущественный на сабхе. Если наш Кешав Госвами Махарадж, он был и какой-то сахаджия, они не могли ничего сказать перед Кешавой Госвами Махараджем. Я горд, что мой Гурупад Падма Кешав Госвами Махарадж, что мой
Прагуру, это Шрила Шридхар Девгасвами Махарадж. Я очень горд быть в их наставнической преемственности. И перед ними никакой сахаджи не смел даже открыть рот, поскольку тогда они могли их сразу же арестовать и указать на все их ошибки. Много случаев таких случалось. Никто не мог понять, и вот такие люди, что они могут о Вишвайшнава Раджа Сабхе понять, если они не могут даже председатели своего собрания ничего понять. И вот такие люди на каком-то религиозном собрании. He is also ornament of this dham. That's why he is going to declare he is also ornament of this bhushan. Both of them ornament. I know what kind of ornament. Eh? False ornament. Ну, Махарадж говорит, что иногда на собраниях дают какие-то ложные титулы или дают говорить каким-то бестолковым людям. If some poor Maharaj coming, he cannot see him. Ну, в общем, распределяют время для выступления не в соответствии с положением, а в соответствии со своим отношением. Вне зависимости от того, что тебе говорят. Вот во времена Шрилы Бхакти Комут Шанта Госвами Махараджа было... Было совсем по-другому. Вот Шрила Шанта Госвами Махарадж, когда он был с Абхапати, он вел себя идеальным образом. А сейчас какое-то там панибратство какое-то происходит. Но Шрила Шанта Госвами Махарадж вел себя совершенно иным образом. Он давал указания какому-то преданному говорить харикатху. И вот тот говорил. И, скажем, дали 15 минут на выступление, и потом, когда вот тут 15 минут выступал, то есть он говорит все хорошо, правильно, Шанта Махарадж, он говорит дальше, но сейчас если начать говорить о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, то сразу начинают возмущаться, что время кончилось, хватит, садитесь. Заканчивайте. То есть даже 5 минут не могут позволить. И, а почему бы таким людям не заниматься политикой? Зачем они пришли в духовную организацию, чтобы осквернить ее? Ну, все их действия, они говорят о том, что они политики, они преданные. Какая ваша обязанность Сабхапати, вы знаете? Можете ли вы ответить, какова обязанность председателя религиозного собрания и обязанность его в том, чтобы организовать максимальное благо для слушателей, чтобы слушатели получили наибольшее количество блага. И вот они должны обнаружить какую-то самосознавшую себя душу, даже если вот и самосознавшей себя души нет храма, или какой-то собственности, то все равно нужно дать им выступить. И в Балигае Шрила Прабхупада, в Балигае выбрали Шрилу Прабхупаду говорить на тему брахманов и вайшнавов, чтобы он рассказал о славе гуру и брахманов и вайшнавов, и чтобы утвердить сиддханту. Вайшнавы, они больше, чем брахманы. Они выше, чем брахманы, но никто не знает. Они многие не понимают, думают, что вот это наш мат, Гурудев нам его наследство оставил, это наша собственность. Ну, хорошо, пытайтесь переварить это, но я не могу переварить даже копейки. И вот однажды я не идеален в своем характере, я пытаюсь, вот это только могу сказать. Я не говорю, что я утвердился в Ачароне, но я искренне пытаюсь. Однажды один ученик Вамана Госвами Махараджа достаточно давно,
Может, где-то лет 12-13 назад один брахмачари Шрила Ваман Госвами Махарадж, он шутил с ним, со своим учеником, называл его старшим братом. И вот он говорил, какие новости, Барда его назвал, поскольку ну, его называли все этим старшим братом, я тоже говорил. Этот человек образован был, но очень прекрасно писал, но выглядел как-то странно. И вот однажды он сказал, я в Дургапуре был или еще где-то, не помню точно. И вот он сказал, Махарадж, как вы пишете и говорите, если кто-то был вместо вас, то его бы сильно наказали. Если вместо вас был кто-то другой, его бы убили уже давно. А я сказал, а почему меня не убивают? Вот так смеясь, я сказал, я сижу на Вьясасане, и вот я говорю то, что он сказал слово в слово, а почему они меня не убивают, много раз угрожали, а я, смеясь, ответил, что я очень удачлив, что Ямарадж очень великий вайшнав. Если вы отправите меня в Ямалаю, то я увижу этого Ямараджа и буду очень удачлив. Сам я не могу достичь Ямараджа, и поэтому я не гневаюсь, я отвечаю так. И те, кто говорят всякую ересь на каком-то же таком жестком языке, ну, я все равно не гневаюсь. Бхарати Махарадж однажды начал смеяться очень громко. Я сказал какому-то брахмачари, я говорил Сиддханту, но и вот какой-то брахмачари очень разгневался, пообещал, что меня убьет, а я сказал, что готов, когда соберетесь, это время назначено. И вот я ответ написал очень так красиво, и в заключении написал на бенгале вот такие слова. Ити, вот его имя. Ити, after that I cannot speak his name, because he is now big Maharaj. If I speak, it's very bad. So I cannot speak him name. So he is understood. Iti ek spadasyo. I am not going to speak his name. Iti ek spadasyo. И вот я написал, iti ek spadasyo. Tibro krodho prasomanayoho tasho putro shidas baba. He is speaking all rubbish. He can kick me, this, that. И вот Махарадж, в общем, написал, что я ваш сын, и можете ругать меня, бить меня, как хотите, выгнать меня, что я не должен гневаться на это. Бхарати Махарадж, когда это увидел, он засмеялся очень громко и сказал, что красиво очень. Я ответил, я спросил этого старшего, того преданного, и он сказал, если они найдут какой-то недостаток в вас, они могут прийти и убить вас, будьте осторожны. И этот человек сказал, что если какой-то недостаток в вашей жизни они найдут, то придут и убьют. И я сказал, что хорошо, пускай приходят, если у меня так много недостатков, я не говорю, что я безупречен. И вот у меня много недостатков, но я пытаюсь это все исправить. И вот таким образом, если кто-то спрашивает меня, Ачарон важнее или проповедь, то я могу сказать, Ачарон он очень и очень важен, поскольку перед саду с идеальным характером эти всякие майвади и прочие негативные персонажи, они боятся, они не могут ничего сказать даже, ничего написать, никак возразить такому саду с идеальным характером.
А что это значит, Ачарун Шил Саду? Значит то, что кто-то утвердился в Ачаруне, и в его жизни можно найти, что все посвящено Нитянанде Прабху. А что значит Ачарун? Ачарун значит Сева. Ачарун значит Сева, что мы всегда должны быть заняты в служении все время и всю жизнь. You can go and discover that и можно найти, что вся жизнь и все, что у него есть, все посвящено служению Гуру Нитянанде Баларама. И поэтому у них такая огромная сила, и перед ними обычные люди, может, они находятся в каком-то, ну, на каком-то уважаемом положении, но ничего не могут сказать против. Они боятся просто. И перед чистыми Гуру Вайшнавами они просто боятся его Ачаруна, но очень и очень важен. Мы должны видеть весь мир в связи с этим Верховным Господом. Мы должны обнаружить и видеть весь мир в связи с Верховным Господом или в связи с Гуру. Везде, на каждом шагу, куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть, что мой Гуру здесь в различных формах, чтобы защитить меня от опасности. В моей жизни также мой Гуру Махарадж ушел. Мой Гуру Махарадж внешне ушел, но Гуру Махарадж защищает меня всегда, все время защищает меня. Я чувствую, Гуру Махарадж дает мне защиту все время. Гуру, мы должны видеть Гуру в различных формах везде. Может, какая-то прекрасная женщина приходит к нам, но мы должны видеть, что Гуру Махарадж приходит к нам в этой форме, чтобы проверить нас. Может, какой-то богатый человек приходит, чтобы проверить, есть ли у нас кто-то, и Гурдев может в его форме приходить, чтобы проверить нас. И мы должны видеть Гуру везде, и тогда вы не будете чувствовать никогда никаких проблем в вашей жизни. Никакие проблемы не возникнут. Единственное, что вы должны видеть, это вашего Гуру. Гуру везде. Вы должны видеть вашего Гуру во мне. Я должен видеть моего Гуру в вас. И это зовется Вайшнава Даршан. Это зовется настоящий Вайшнава Даршан. И вот Шрила Прабхупад, он вынужден был возродить эту вещь Вайшнава Ража Сабху. В день явления Вишну При Деви в 1919 году, 4 февраля, это было возрождено, и с тех пор Шрила Прабхупад начал следовать наставлениям Шрилы Бхактивинода Такура, чтобы воплотить все желания Гуранги Махапрабху и Шисти Госвами. И таким образом Джива Госвами Пад, он вынужден был составить эту шат-сандарбху, это великое сокровище для нас. И под руководством чистых гуру вайшнавов мы должны понять это, иначе обусловленные души не смогут понять или понять неправильно. И таким образом, смотрите, все те, кто... такие как Рупа Санатана занимают лидирующие позиции. То есть можно видеть и впоследствии тьма спустилась и затмила все. И Шрила Бхактивинода Такура, он седьмой Госвами, от которого мы получили наш шанс
узнать о все о Вишну Вайшнава Раджа-сабхе. И смотрите, таким образом, после ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупада, он хотел воплотить в жизнь желание Шрилы Бхактивинода Тхакура, я имею в виду. И я сейчас рассказываю о программе Вишну Вайшнава Раджа-сабхи, и в различные были разделения группы. Можно вспомнить, однажды я говорил, что передачи полномочий, без передачи полномочий, если я буду говорить харикатху и писать что-то, это нехорошо. Я знаю такой ачарья, который выкидывал книги каких-то других бесполезных ачарий, которые писали о какой-то великой философии без чувства и без прямого чувства. Это все бесполезно. И вот передача полномочий — это главное. Если я не получил указание говорить харикатху, то у меня нет права говорить харикатху. Если я говорю силы даже, у меня нет ачарона, идеального поведения, то могу говорить в этом случае какую-то неправильную философию, какую-то ересь. А если публика поймает меня на этом, то такой человек может возразить, что слышал от Гурудева это. Но как возможно, если столько ереси говорит? И таким образом, когда публика поймет, что он говорит всякую ересь, то человек такой может заявить, что он от Гурудева слышал, хотя Гурудев, может, такого никогда не говорил. Они могут хотят себя спасти и Гурудева оскорбить. Гурудев никогда не говорил таким образом. Как главный признак чистого Гуру Вайшнава? Каков главнейший признак, как мы поймем, что кто-то вот авторитетен? Можно изучить их, то, что они написали, их лекции, и вы поймете, что они не поддерживают Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, и тогда вы увидите, что они отклонились от Вишну Вайшнава Раджа-сабхи. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, он написал в киртанах, что вот на Бенгале такие слова. Я говорил вам, чтобы вы изучали Бенгали. Сейчас кто-то просит киртаны спеть, но время, есть ли время у меня? Шрила Бхактивинода Тхакура, он в одном из киртанов написал так, как понять, что кто-то отклонился от пути Махапрабху. Я уже говорил, что малейшее отклонение от пути Шрилы Прабхупады, оно скинет нас с пути Бхаджана. Может, мы будем знамениты во всем мире, но что толку от этого? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, что если я найду, что мой отец, мать или кто-то еще, мои друзья, дети, если они против Гуранги Махапрабху, я хочу отказаться от них. Гора Вимука, те, кто отвернулись от Гуранги Махапрабху, может, они наши близкие, дорогие были, я хочу отказаться от них. И я много раз также говорил, что даже отца я готов оставить, кто мой отец. Я не приму их в своей жизни, хотя они все ушли, но все же я говорю то, что думаю. И вот такое объяснение Шрила Прабхупад говорит. Без Шрилы Прабхупады мы все слепы. Без Шрилы Прабхупады мы все слепы. Если Шрилы Прабхупады нет, то мы
подобны слепцам, будьте внимательны, осторожны. И вот, чтобы получить правильную информацию об учении Гуранги Махапрабху, вы должны приблизиться к Шиле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такура Прабхупаде. И вот Шрила Прабхупад сказал, наш Бхактивинода Такур написал такие слова, что это значит, Шрила Прабхупад объясняет их, как мы можем понять, что кто-то против Гуранги Махапрабху, как мы можем понять, может кто-то ачари быть и красиво говорить и красиво проповедовать, но как понять, что он против Гуранги Махапрабху? Или кто-то в одежде великих саду ходит, как понять их, как поймать их? И формула сказана Шрилой Прабхупадой. Как понять, что они демоны в одежде саньяси и других саду ходят и сидят на... сидят в каком-то этом... занимают высокое положение. Шрила Прабхупад говорит, что очень просто понять. Ждите и смотрите. Если вы обнаружите, что они против чистых гуру вайшнавов, если вы обнаружите, что они против сиддханты гуру вайшнавов, занимаются какой-то ересью, то тогда вы поймете, что они демоны, а не преданные. Шрила Прабхупад говорит эту формулу, как поймать их. Шрила Прабхупад говорит, очень просто. Вы смотрите, они игнорируют чистых гуру вайшнавов. Они могут каких-то демонов позвать, как Камса. Он на свое собрание позвал этих каких-то демонов. И вот он познакомился с этими демонами и пригласил на свое собрание. Какие-то люди принимают саньясу просто, чтобы заработать на жизнь, но это очень плохо. Very good, na? Very good. They can enjoy our life. No service. I am not. Только из-за того, что работы нет или способности работать нет, и вот какие-то люди саньясу принимают ради этого. И Шрила Бхактивинода Такур поэтому говорит, что если количество саньяси брахмачари увеличивается, вы должны понять, что это шутки майи наверняка. Майя, она хочет обмануть нас в различных формах или убить как-то. И поэтому мы должны быть очень осторожны, это влияние майи. И вот Шрила Прабхупад говорит, смотрите и ждите, и вы обнаружите. Очень просто, что кто-то против чистых гуру вайшнавов, их действия, их поведение, их, то, что они пишут, все на 100% укажет на это. Если мы слепы, то мы не сможем заметить. Иначе мы запросто можем поймать их. Сомневаемся, что кто-то говорит так, как это возможно. И вот есть какие-то эти группы, и Шрила Прабхупад никогда не хотел ложное почтение оказывать кому-то, но техника Шрила Прабхупады также была в том, что если он думал, что может кому-то выразить почтение и получить какое-то преимущество в своем харибаджане, то тогда он это делал. Я говорил вам, что ключ, скрытый ключ харибаджана, и может следующую харикатху я объясню, что мы никогда не можем понять настроение Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад, он обычно и вот Шрила Бхарати Махарадж также объяснял это иногда. Пати брата рамани пати лаги койло вешшар севан.
Целомудренная женщина, чтобы удовлетворить мужа, вот она вынуждена была служить какой-то проститутке, а мы, гаудии, должны быть очень осторожны, очень-очень осторожны, чтобы понять это. Шрила Прабхупада иногда выражал почтение каким-то материалистам, как одному этому был какой-то этот ученый какой-то приходил, или этот губернатор, но это не было желание Шрилы Прабхупады собирать какое-то ложное уважение, ложное почтение. Шрила Прабхупада это делал, поскольку они важные люди в этом материальном обществе, если они приходят, то другие люди будут больше внимания указывать, внимание уделять, тогда всякие эти новости придут, газеты, и так слава о Гаудия Матхе распространится шире и шире. И у нас будет возможность сказать что-то от имени Гаудия Матха, и вот такие люди приглашали их не для того, чтобы почтение выразить, а чтобы дать уроки. Например, с какой-то самхапати, он, ну, кто-то посторонний человек, ничего не знает о Гаудия Баджане. Я был приглашен как главный спикер, когда наш премьер-министр Индии приезжал сюда, в Калькутту, но я подумал, что мне нет необходимости туда ехать, поскольку вопроса бхакти там нету. Ко мне лично пришли пригласить, но я не чувствовал, что я должен ехать на это собрание. Мне не нужна была слава, но кто может понять настроение Шрилы Прабхупады, обусловленная душа, если хочет сымитировать Шрилу Прабхупаду, то может просто в ад сразу попасть, как они поймут сокровенную суть Шрилы Прабхупады. И вот это ключ успеху, ключ, через который мы можем достичь успеха. В один из дней я могу объяснить эту шлоку. Шрила Прабхупада никогда не хотел выражать ложное почтение кому-то, чтобы обрести пратиштху, а сейчас мы выражаем почтение кому-то, чтобы он тоже... И вот в Чандигархе на одном собрании один махарадж, я позволял ему сидеть на, вместо меня на Вьясасане в качестве сабхапати, чтобы не отвлекаться на эти обязанности сабхапати. Не люблю этим заниматься. А этот человек потом день за днем всякую ересь говорил. И однажды сказал одной обусловленной душе, которая в одеждах саньяси была Госвами, дал титул Госвами. Я сказал, почему? Это же обусловленная душа. Они воруют деньги всяким этим с поганым характером, и, а вы ему титул Госвами даете. Как это? И вот я на собрании сказал об этом, что зачем давать титул Госвами каким-то совершенно недостойным людям, только ради того, чтобы они вас Госвами назвали. Госвами — это не какой-то дешевый титул, чтобы раздавать всем подряд. И вот была там Махарадж говорит, сейчас можно настоящего почтения тяжело
найти где-то. Как не все понимают, что Шрила Гуркишвара Бабаджи Махарадж был уважаемым человеком, хотя он внешне он жил как нищий. И сейчас, к сожалению, такого, как Шрила Гуркишвара Бабаджи Махарадж, найти тяжело. То есть, если мы поймем, что кто-то действительно уважаемый человек, то но это уважение должно быть настоящим. И сейчас, к сожалению, такая система во времена Шрилы Прабхупады, это было не так. И вот я буду говорить о программе и трансцендентных деяниях Вишва-Вайшнава Раджа Сабхи под руководством Шрилы Прабхупады. Я буду рассказывать обо всем этом. Вот какой-то Амани, значит, то, что я не хочу никакого почтения от вас. И я хочу выражать почтение вам как отцу, матери и прочее. Но я хочу выражать почтение вам, но не хочу получать его взамен от вас. И вот это Манода, Ман, как-то так называется. И Шрила Прабхупада, он однажды выбрал каких-то людей, чтобы Вишва-Вайшнава Раджа Сабхи, правильные люди, получали правильное почтение. Но сейчас проблема то, что мы не только не можем, но и не хотим определить достойных людей. И у нас нет такого духа выражать почтение кому-то, а как обезьяны, заняты выражением, почтением самим себе только. В пятой части Бхагавата там говорится, и вот описывается тяжелое положение людей, падших в этот материальный мир, те, кто посвящает свою жизнь ради Гуранги Махапрабху, им должно выражаться почтение. Но Шичитани Махапрабху, если мы не готовы, то Шичитани Махапрабху готов. Кто мы такие? Мы обусловлены душа, а Шичитани Махапрабху... Он выражал почтение Харидас Такуру. Харидас Такуру, он не был выбрат председателем собрания на каком-то этом... на каком-то собрании. Шичитани Махапрабху был занят. А Шичитани Махапрабху, он обнял Санатану, который был болен проказой. Шичитани Махапрабху, он готов выразить почтение нам, а мы не должны стремиться получить уважение от каких-то других источников. Если кто-то нам выражает почтение, то мы не должны стремиться к этому. И вот мы должны находиться на нейтральном уровне, иначе осквернение какое-то может возникнуть. И вот они ждут, чтобы выразить правильное почтение правильным людям. Даже выразив почтение им, то все равно они кто-то выступает против Шрилы Прабхупады, но не все, какие-то определенные люди. И вот таким образом, те, кто совершают настоящее, настоящее служение Ванисеву или Дамасеву, то Шрила Прабхупада очень осторожен.
вы не можете спрятать себя. Шрила Прабхупад очень-очень осторожен. Шрила Прабхупад настолько осторожен. Он может понять, что в вашем сердце Нарахари Прабху, он мать Гаудия Матха. Много матерей можно в одном месте собрать, и... но все равно мы не можем сравнить их с Нарахари Прабху. Нарахари Прабху очень-очень милостив. Он ждал до последнего момента, пока кто-то приходит. Если кто-то, ну вот голодный приходит в Гаудия Матх, например, он кормил их до последнего момента, он ждал. Если никто не приходил, то он как Драупади ел самый последний ночью или вечером, всегда это было. Какие-то преданные, если чем-то болели, он служил им, пытался как-то помочь. Но сейчас мы не можем ожидать такого. У нас не... So that all, you know, young batches can come and stay. One Uriya Thakur can cook nice, you know, chana rasa, this, that, fish and egg. We can take and go to our own service. Ну, у нас Гаудия Матха — это не какая-то гостиница или ночлежка, где все могут жить и ничего не делать. Гаудия Матха — это то место, в котором мы должны посвятить всю свою жизнь. Если у вас будет возможность находиться в Гаудия Матхе хотя бы одну ночь, то со всей Сиддханта Вичарам Шрила Прабхупады я могу сказать, что я могу принять пыль с ваших лотосных стоп. И сейчас вы понимаете, что я хочу сказать. Находиться в Гаудия Матхе значит находиться во Вриндаване. Находиться в Гаудия Матхе значит находиться с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинодом Такуром. Если у вас есть такая возможность, вы ведете какое-то общество, считаете прибыли и убытки, а что с людьми происходит, вам дела нет до этого. Но смотрите, если вы откроете какую-то духовную организацию, если в этой организации все будут испорчены, коррупционеры одни, то... Почему бы эту организацию не закрыть? Поскольку вы ничего хорошего не можете делать, и лучше уж закрыть, чтобы ничего плохого, по крайней мере, не делать. Через наш идеализм, через наши слова, мы должны влиять на других. И в другой день я говорил, успешный ачарья значит тот, кто сам смог занять себя в служении все 24 часа, и в то же самое время у него есть возможность занять обусловленных душ в служении. Я не могу дать вам возможности отдыхать. Если вы стремитесь к отдыху, то в это время майя может войти вас, конечно, отдыхать вы можете, но ваш отдых тоже должен быть служением. Ну вот, ваш отдых тоже должен быть служением, ваше все, что вы говорите, это должно быть под руководством гуру и вайшнавов. Но не все могут даже представить. Не все привыкли. Относительно Варнашрама Дхармы я говорил много раз, а какие-то люди против меня выступали, они очень были удивлены. Кто-то может разгневаться на меня, но то, что я сказал, я не могу забрать эти слова назад. Сиддханта значит, если она подобна стреле, если я установил цель и натянул лук со стрелой, и эта стрела вылетела из лука, то
то ее уже не остановить, она долетит до цели и попадет в нее, и назад я не могу уже ее забрать, как Сиддханта, если она приходит, она вечна, я не могу забрать Сиддханту назад, и если это такое будет, это уже не Сиддханта. То, что однажды сказано мной, это раз и навсегда. Ну, кто-то вот женится, например, через месяц разводится. А что толку от такой женитьбы? Такие люди не понимают значения варнашрама дхармы и замужества. У вас есть право. Кто-то слушает харикатху. И такое делает, я не могу сказать, что вот Экалабхи, например, он ученик Дроначари. Кто-то может возмущаться, что как это, но Дроначари его не одобрил. Я в следующий день буду говорить об этом. Если вы устремились к одной цели, то полная концентрация ума даст вам силу. Смотрите, Экалабхи был успешен, но опять же, это не значит, что это милость гуру, если он достиг своей цели. И я потом буду говорить об этом, чтобы у вас не было возможности спорить со мной. Я вспомню, как Пативрата Рамани и Экалабхи. Я буду обсуждать эту тему, иначе мое обсуждение Вишвайшнава Раджа Сабхи будет неполное. Кипая хари киртана мурти дхарам дхарани варахарак гаураджанам джанакадика васала сингдападам панамами сада прабхупаду падам панамами сада прабхупаду падам ванчакалпатурусе кепасиндибевчо потитанам папану бхавишна бьё намуна.